Добрый день. Мы с вами находимся на полевой станции компании Сингента. И несколько часов назад здесь мы закончили обработку семян озимой пшеницы для закладки опытов. Опыт себе включал разные препараты для обработки семян не только нашей компании, но и других компаний. И сейчас я хотел бы сымитировать процесс транспортировки, пересыпания семян, ворошения и показать вам осыпаемость препарата семян после обработки, после того, как они стали сухими. Для этого я использую такие одноразовые марлевые салфеточки, которые будут выполнять функцию фильтра. В каждый контейнер, в котором насыпано по полкилограмма семян, я поместил такую салфеточку, которая будет нам показывать как раз осыпание продукта. Каждый контейнер я буду трясти полминуты, и по прошествии этого времени мы с вами будем наблюдать, как осыпался тот или иной препарат. Полминуты уже прошло,